встречаются... А, правда, моя любимая песня. Встречаются Пушкин, Блок и Маяковский. Одно и то же время. Ну, вроде как, Пушкина все издают, в школах учат, все знают, все ему поклоняются. Блока арестовывают, запрещают. Маяковский вообще это нельзя даже слушать. Говорит, почему у нас вот такое? Ну, что, неправильно талантливые? Наверное, тему не ту выбираем, подумали они все. А давайте выберем общую тему, одну, на всех, и напишем стихи, потом решим. Ну хорошо, давайте, какую тему? А давайте сейчас в окно выглянем, что увидим, а то мы напишем. Выглядывают в окно, смотрят, девчонка сидит под подъездом. Все, полчаса, пишем. Полчаса проходит, Пушкин. Небо звездами усыпано, как бисером. Где-то в поле подул ветерок. Под подъездом девочка писает. Между ног журчит ручеек. Блок. Хочется. Ах, как хочется. К теплой сраке прижаться щекой. Под подъездом девочка мочится. В воздухе пахнет мочой. Маяковский. Пизда. Километр на километр, как витрина у магазина. Мне бы хуй иметь с километра. Показал бы, как ссать скотина.